И теперь о ситуации в столичном Лефортовском тоннеле, из-за чего сегодня было замедлено движение на третьем транспортном кольце. Днем появились сообщения о том, что в тоннель поступает вода, и что капает она с потолка. Водители, которые в этот момент там ехали, стали снимать все на камеры и выкладывать в социальные сети. На кадрах видно, что проезд не перекрывали, поток медленно, но движется. В свою очередь, в пресс-службе управления «Гормост» объяснили, что причина в локальном происшествии на заводе «Серп и молот». А тоннель как раз проходит под промзоной. Представители «Гормоста» отметили, что сейчас вода уже не поступает, движение осуществляется в штатном режиме.